Всем доброго времени суток. Ваше внимание представляю автомобиль Opel Astra 2008 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литра. Задние дверные карты, задние рассеи у нас в отличном состоянии. Так же, как и передние дверные карты, передние рассеи. Все в отличном состоянии. Данный автомобиль оснащен двумя передними электростеклоподъемниками, электрорегулировкой зеркал с подогревом. Также имеется у нас мультироль. Штатная мультимедиа с отличным звучанием, с поддержкой CD. Отличный отопитель салона. Также тут имеется пепельница с прикуривателем. Бортовой компьютер имеется на данном автомобиле. На данный момент автомобиль запущен, никаких ошибок двигатель не выдает, посторонних шумов не имеет. Пробег на данный момент составляет 207 тысяч километров. Если вас интересовал данный автомобиль, всю информацию о нем, а также наши контактные данные вы можете найти в описании к объявлению. Автомобиль вы можете приобрести в автокредит по системе Трейдин и также за наличный расчет. Находимся мы по адресу Песочный 48, Автосалон, столица.